Всем привет на канале Мусалим. Сегодня в работе у нас Kia Sorento. Автомобиль приехал на шумоизоляцию дверей. Двери уже разобрали. Поверхность подготовили к проклейке. Все обезжирили. Вот штатная шумоизоляция. Вот такой квадрат на всю такую площадь двери огромную. И на этом все. Естественно, этого явно недостаточно. По задней двери практически то же самое. Две полоски вибро. Толщиной даже, наверное, миллиметра в этом вибро нет. И все. Такой звук от двери. Все это проклеим. Приступаем к работе.